Доброго времени суток, уважаемые зрители! Сегодня я вам расскажу, собственно, про процесс вытравливания золота из того всего, чем мы подготовили на прошлом наших видео. Вот здесь у нас есть куча разных контактов, содержащих золото. С мобильных телефонов, с компьютеров, симки, принтера. Что нам понадобится? Собственно, сами компоненты. Нам нужна будет соляная кислота. Ее можно купить 30%, можно купить в любом хозяйственном магазине. Стоит копейки. И перекись водорода 3%. Тоже продается в любой аптеке. В принципе, компоненты доступные и дешевые. То есть, это позволит добыче нашего золота быть не очень дорогой. Так, что нам надо? Возьмем... Здесь у нас, думаю, хватит 400 миллилитров соляной кислоты. Я делал разные эксперименты. Самый лучший результат я получил, если отношение кислоты и перекиси водорода будет 1 к 4. 4 части соляной кислоты и 1 часть перекиси водорода. Обязательно помните про безопасность. Мы работаем на свежем воздухе. Это нельзя делать в закрытом помещении. Сейчас будет выделяться газ, он ядовитый, вонючий. Я работаю в перчатках, в защитных очках. Лучше всего, конечно, еще использовать респиратор, но я тогда бы не смог бы вам рассказывать. Если вам никого ничего не надо рассказывать, то обязательно используйте респиратор. У меня здесь есть 100 мл перекиси водорода. Ну, в принципе, подготовка на этом закончена. Это надо перемешать. Сейчас посмотрите. Сразу или нет, начнет выделяться газ. Зажги газа. В принципе, в таком состоянии мы должны оставить это на неделю. Раз в день. Вот я уже чувствую, пошел запах вонючего газа. Ставить на неделю, периодически помешивая. Что происходит? Медь и никель, которые есть на подложке контактов, растворяются в кислоте, а золото потом мы увидим, будет всплывать в виде маленьких кусочков фольги. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам хорошего.